Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Азартный Богданчик, и сегодня мы пробуем слотик Book of Viking. Нашел прагматика, попробую покрутить, что-нибудь поднять. Закинул сегодня 27 тысяч. Кому не тяжело, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. Для меня это будет очень большой поддержкой. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, кто кушает, либо пьет чай с вкусняшками. Ну а мы начнем. Давайте попробуем сперва купим бонуску за 5000. О, 4, еще линейка играет. Сколько это? Охренеть. Неплохо. Я уже думал, мы отбили сразу бонуску. Так. Ну это как книжки обычные. Так, что у нас теперь выпадет здесь? И тут у нас выпадает какая-то дудка. Словить бы фул линейку и был бы заносик. Рок изобилия. Ну все. Уже окупились, 4900. Ну давай, 4. Жаль. Еще плюс 1500. Отлично. 6400. Давай сразу 4500. Опять 3. Ладно. Так, уже восьмерка. Почти что. Мега авин. Ну дай мне 4, либо 5 штук. Жаль, я подумал, будет 3 книжки. И последний спин. Опять 3. Больше 3 нам не дало. Жаль. Почти x200. 9875. Нормально. Первая бонуска у нас окупилась. Давайте теперь покрутим по 150. Попробуем словить бонус. Так, включим, конечно, быстрая игра. А то такими темпами будем крутить до посинения. Вот каждый спин играет. Ну, почти что. Так, давайте по 200. Давай сразу 3 книжки. Либо фулл линию книжек. Если нам за 4 бабы сыграло, дало почти что окуп бонуски, то за фулл линию сколько это будет, давайте посмотрим. А где посмотреть? Вот. 40 тысяч бы было, неплохо. А, наставка была другая. Давайте посмотрим. Даже интересно самому стало. Десятка. Было бы неплохо. Давайте теперь по 300. Давай хотя бы 1 байт. Понадеемся на бонус. Что очень маловероятно. Так, первый байт пошел и... Не повезло. Так. Ну. И бонус. Давай бонус. 3 книжки. Ожидаемо. Ну, дай мне 3 книжки. Хотя бы побольше байтов. Интересно будет. Хотелось бы хотя бы 1050 бы поднять. А лучше бы 60, в общем. Так, давай, книжку. Блин, и линии даже не выпало, жаль. Сколько это? 3000 x10. Ну, давай, бонус. Бонус. Либо хотя бы что-нибудь сыграй. Какая-нибудь линейка дорогих символов. Так, ожидаемо. Еще один байт. Кажется мне, что бонус вообще не выпадет. Ну, до 20 крутим. Если не выпадет, купим за 20. Либо 2 по 10. Посмотрим. Так.
Вообще пока ничего. И байты прекратились. Ну давай тогда сразу до 25 нам. Дай поднять. И мы купим за 5. Так, ну. Ну дай, дай, дай книжечку. Печально. Дай хоть что-нибудь. Последний фриспин и дай бонус. Не дало. Так, покупаем давайте за 20. Думаю, хотя бы 1010 нас даст. Давай сюда. И туза. За... Фулл линия. Да, фулл линия тузов. 7600. Отлично. Так, теперь главное, чтобы какой-нибудь символ. Тузик, например, дало. Потому что с дорогими символами мне никогда не везет. Заносов я в книжках не в жизни ловил. Опять этот изобилие рок. Зачем он нам нужен? Ну, угу. Сейчас опять будет по 3 штуки ставить. Дай бог хоть бы окупилось. Ну, по 2 нам точно не нужно, по 1000. Ну, опять 2 рога. Как я и говорил, десятку даст. Как минимум. Тут раз давало по 3, вот раз по 2. Ну, почему не викинги? Викинги бы дали бы уже за 3 штуки по 100 бы как-нибудь. Ну давай, четвертый не дала. 6000, кайф. Мега. Так, ну давай еще, 3-4. Ага, ну дай, 3-4. Ну, по 2 нам не нужно. Опять 2. Ну, бонуска купилась. Значит, купим еще одну за 20. Ну и сделаем пару спинов. А, байт. Проскипал. Так, и за 20 покупаем. Вообще линии никакой нету. Печально. Ну посмотрим, какой символ даст. Главное, чтобы не опять этот рог. Тузов дай. На тузах мне часто везет. И это у нас тузик, отлично. Давай теперь фулл линию тузов. Ага, ну, 4 туза, отлично. Сколько это? 8000. Так, давай 5. Печально, сколько это? 1000. Дай нам 5 тузиков. Это будет заносик. 3 вообще. Либо 5. Давай. Короли, королей 5, блин. Давай туз. 2. Опять 4. Жаль. 5 не станет. Это опять 1020 будет. Ну хотя бы дай 20-ку, чтоб нам хватило. Ну еще один бонус за 20. Так, опять 20-ку вернуло. Что-то викинги не играют. Так, давайте сделаем спин-офф до 20. Может бонуска дропнется. Нет, значит покупаем за 20. 4 книги, играть нечему. А, фулл линия королей. 5-7-200. Отлично. Тут только вот это вытягивает. Так. Ну, теперь давай попробуем какой-нибудь дорогой символ. Викинги. И десятки. Тут нужно только фулл линия ловить. Тут даже 4 десятки немного дадут. Сколько это? 1000-2? А, нет, 5000. Нормально. Найс вин. Так. 500 рублей. А нет, 1000. Как с тузов. Еще 1000. Дай 5 десяток. Хоть посмотреть на это чудо света, так сказать. Ну, понятно. Ну,
три десятки. Печально. Давай до 20 опять дотяни, еще одну за 20 купим. Дай 4 десятки. Да, не хватает нам за 20 купить. Ну, значит, сейчас покрутим до 15. И купим за 15. Да-да, нет-нет. Фулл линия не сыграла викингов, жаль. О, 20. Блин, опять линия не играет. 5-400. Вольты сыграли. Дали 5к, неплохо. Так, ну давай нам что? Что-нибудь дорогое, давай. Короли. Ну, в принципе, как туз. Ну, блин, я уж подумал, фулинь. Собака. 8000. Отбей хотя бы на наш депозит, и мы закончим на этом. 27000 верни. На следующее видео оставлю. Ну. Опять 3. Ну дай мне 5 королей. Ага. Или дополнительных спиновки. Ну почему так плохо играет? Угу. 3 короля, кайф. Ну. Опять 3 короля. Короче, бонус конечно не может дать больше икста. Походу. Да. Печально. Давайте покрутим. Сколько тут? По 400. Теперь надеемся на бонус. Так, ожидаемо. Не зря проскипал. Так. Ну давай. Либо... Так, давай. Тут должен бонус быть. Ну давай, родная. Так. Сюда книжку давай. Ну, прокатилась, падла. Книжку. И книжка прокатилась. Ну, в принципе, как всегда. Держит она нас около 20000. Печально. Ну, давай хоть что-нибудь. Так, давай бонус. Размечтался. Короче, книжки не мое. Бонуску так и не выбили. А покупаем толку от нее никакого. Х100 да Х100. А спинами жрет. Как собака. Ну, в принципе, у нас чуть-чуть спинов осталось. Ну... Я уже на бонус не рассчитываю, в принципе. Вообще не играет. Ну давай, 3 книжки. Либо фулл линию. Хоть чего-нибудь. А то мы ни одной так и не словили. Угу. 2 книжки, ну все, смысла смотреть нету, не выпадет эти гребаные 3 книжки. Надежда глупое чувство. Так, 150, бонуска. На последнее. Ну как всегда, только ставку понизили, дропнулась бонуска. Давай тузов, викингов, хоть что-нибудь, только не рок, тузы, ну только фулл линия тузов спасет нас здесь. О, ну, 3 туза, они нам нахрен не нужны, я буду проскипывать эту бонуску, толку от него никакого. Неплохо, куш. Прагматик сегодня на выдаче.
по 500, 10 спинов делаем, и все. Угу, две книжки. Опять две книжки, ну, в принципе. Все. Сегодня Book of Viking нас разочаровал, ничего не сыграло. Ну, в принципе, ладно, ничего такого страшного. На этом мы закончим. Всем желаю удачи и всем пока.